лет. Так прошло 50 лет, и я иду в школу. Встреча выпускников. Технологический лицей или бывшая вторая средняя школа. Mēs priecājamies, ka atkal esam visi kopā šajā dienā mūsu licejā. Katru gadu skola vēr durvis saviem mīļājiem, jautrajiem, energiskajiem. Talentīgajiem un veiksmīgajiem absolventiem. Katram no jums mūsu sirdīs ir vieta. Šodien licejā satikās. 1988. Gada absolventi. Dargi absolventi un kolēģi. Prieks jūs redzēt šajā skaistajā zālē. Šodien tehnoloģiju licejā ir īpaša diena. Nevajag fantazēt. Zinkarīgi, braši, aktīvi pirmklasnieki ir pie mums ciemos šodien.
Марина Королькова. Алла Плечкина. Елена Пикаревская. Ирина Хмелевская. Мусу дарбу сколотаюсь. Что мы выпустились из школы. Такое чувство, будто бы мы пришли на обычный школьный концерт, посвященный Дню Матери или 18 ноября. Вот-вот на сцену выбегут балагуры, споет школьный хор, выступит школьный ансамбль, а потом мы дружно пойдем учиться, как ученики 12 А и Б класса. Хотя нет, в нашем случае, наверное, 13 А и Б. Да, пойдем сидеть в 305 кабинет и попаримся там, как в бане, или замерзнем в 10-м. Будем с нетерпением ждать вкусные школьные обеды и увлекательные экскурсии с нашим любимым куратором Анжелой Петровной. Ведь они у нас были не только в Ригу, но и в Словакию. Мы бы хотели пожелать вам удачи в предстоящем смотре. И хотим вам вручить небольшой сладкий подарок для всего коллектива, для поддержания хорошего настроения и заряда эмоций. Сорок лет назад мы были выпускниками, юными и веселыми детьми, которые представить не могли, как дальше сложится их жизнь. Но вот прошло время, у всех нас свои семьи, свои победы, свои достижения, свои ошибки. И прошлых, раньше годы мы очень рады возвращаться в стены своей любимой второй средней школы. И в этом мы очень благодарны руководству теперешнего технологического лицея за возможность, предоставленную нам, всем выпускникам наших лет и других тоже, встречаться в стенах нашей любимой второй школы. И мы сердечно благодарим руководителя технологического лицея Ирину Пауэр. Огромная благодарность учителю физкультуры. Анжелы Петровны? Да, тетя и дядя, вы все правильно услышали. Попросили на сцену выпуск Анжелы Петровны. Просто захотели посмотреть на нас. Ну, посмотрите на нас. Ну, как бы хочется. Посмотрите еще раз. Понимаете? Нет, нет, как вы ошиблись. Выпускники Анжелы Петровны. Не вы. Ладно. Мы. Юбиляры 99-го года.
Ну, раз мы уж вместе стоим на этой сцене и уже выяснили, что нас объединяет общий куратор, давайте знакомиться дальше. С удовольствием. Мы тоже учились в этом здании и заканчивали русскую гимназию. Но это было уже в прошлом веке. Сейчас мы согласим технологию лицейс. И мы его выпустили, и мы из него вышли в прошлом 2023 году. Представляете, наши выпуски разделяют не только разные поколения, но мне страшно даже это произнести. Наши выпуски из разных веков. Но есть что-то или кто-то, кто нас объединяет. Это наш любимый куратор. Для нас она была старшей сестрой, для вас скорее уже мамой, а для некоторых первоклашек она может быть Точно! Интересно было бы узнать, как выглядели ваши школьные будни во времена русской гимназии. Расскажете? Конечно, расскажем. А лучше споем. А давай. Репетировал школьный ансамбль, вокальный инструментальный. Фернандо Чоу назывался он. Ударный крик весело и басит. И, конечно, если у любви руководителя тоже не было, зато была Анжела Петровна.
успехов, еще больших дальнейших. Цветите, радуйте своих учеников и нас, которые возвращаются. Мы все время сюда возвращаемся в какой-то момент. Спасибо вам огромное. Хотела от себя сказать, что актовый зал без зеленых стен с залатанными какими-то дырочками – это не актовый зал, но очень красиво. Это три таких главных кита – любовь, семья и деда. Вакране офицела, даля шей, акту зала, без песни с минуты. Уважаемые выпускники, дорогие учителя! Будем рады видеть вас в актовом зале через 15 минут на неофициальной части нашего вечера. Для вас будут звучать песни разных лет в исполнении ансамбля родителей «Старые перцы» и рок-группы 10 класса. Нет!